показывает достойные результаты, очень амбициозные, хорошие игроки, которые сегодня презентуют. Сегодня очень здорово, что клуб смог приехать сюда и посмотреть, и понять, где действительно куется продукция. Это была давняя наша мечта, чтобы клуб сюда приехал. Не случайно мы выбрали это место для презентации новой игровой формы. Уверен, что вы наши самые близкие друзья и верные болельщики. Вот мы уверены, что наше сотрудничество – это плодотворный и эффективный союз двух мировых брендов – Казанского Рубина и Казанского предприятия «Оргсинтез». Благодаря вашему непосредственному участию и поддержке мы смогли реализовать в прошлом году много социальных проектов, и вот Айрат Павчин отметил, показали достойный спортивный результат. Всем здоровья, успехов, благополучия и процветания коллективу и предприятию «Казань Оргсинтез».